Добрый день! Сегодня я вам расскажу про фиточай «Мудрость природы. Доброе утро», состав которого входит смесь сушеных измельченных фруктов, плодов, ягод, яблоки, черноплодная рябина, гибискуса лепестки, ягоды малины, черная смородина, шиповник, клубника, груша, аромат фруктовый сад. Это чай фруктовый, корзина фруктов сада, 8 фруктов, без консервантов, красителей, без ГМО. Это источник природной красоты и силы, магия качественных натуральных душистых трав. Фиточай упакован в красочную картонную коробочку и разделен на 20 больших круглых пакетиков для удобного заваривания. Пакетики дополнительно упакованы в оригинальную бумажную упаковку для надежного сохранения свежести продукта. Способ применения. Положите в чашку или чайник для заваривания один пакетик фиточая в расчете на один прием. Залейте кипятком питьевой воды, примерно 250 мл, и настаивайте 5-8 минут. Подсластить можете по вкусу. Храните в сухом месте при относительной влажности не более 75% и температуре от 5 до 25 градусов по Цельсию. Оберегайте упаковку от воздействия прямых солнечных лучей. Спасибо за просмотр и будьте здоровы! Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях под видео. Понравилось видео? Ставьте лайк. Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.